Остросюжетный матч за Суперкубок Молдавии. Победитель чемпионата «Шериф» против обладателя Кубка Святого Георгия. Игра, в которой было много забитых мячей и серия пенальти. С подробностями Юрий Заяц. Впервые матч за Суперкубок проходит в Бельцах. Таких больших игр здесь не было давно. Местная команда давно не играет в национальном дивизионе, но горожане все равно идут на стадион, хоть и не в большом количестве. И сегодня их симпатии на стороне красивого футбола. А я поэтому и приехал с 15 километров на такси. Да, мы соскучились по футболу. Очень рады, что большой футбол наконец-то пришел в наш город. Городской стадион в Бельцах, арена довольно старая, построена еще в середине прошлого века. Из нового здесь только осветительные мачты, а вот трибуны в запущенном состоянии. Перед важной игрой с них даже не смыли многолетний слой грязи. Тем не менее, примерно наполовину стадион к началу матча заполнился. Меньше месяца назад «Шериф» и «Святой Георгий» играли в финале Кубка. Тогда в основное время голов команды не забили, а в серии пенальти удачливее были футболисты «Святого Георгия». В этот раз все тоже решила серия пенальти, но игра была зрелищнее и драматичнее. Первый тайм прошел с преимуществом тираспольчан, правда, без моментов, а вот после перерыва игра раскрылась. За нарушение в штрафной тираспольчане получили право на пенальти. Ловра Бизяк вратаря переиграл. Буквально через полторы минуты счет снова стал равным. Святой Георгий продуктивно разыграл стандарт. Тренерский штаб тираспольчан сделал ряд замен, чтобы дожать соперника в основное время. И в концовке второго тайма вышедший на замену Александр Белоусов снова вывел «Шериф» вперед. Казалось, победу уже не упустить, но в компенсированное время команда из Суручен снова сумела сравнять счет. Надо реализовывать моменты, которые мы создаем. Плюс, конечно, сзади свой на стандартной концентрации не хватало. Вот. И концовочку, конечно, немножко смазали, потому что невнимательно смазали. 2-2. И по регламенту без овертайма команды принялись бить пенальти. Два 11-метровых наша команда не забила. Футболисты «Святого Георгия» били без промахов. В очередной раз не перестаю удивляться, насколько наши мужики в команде, настоящие мужики, как они себя показывают, как они бьются, как они стараются, как они довели. И вот я думаю, что где-то заслуженно, где-то пусть отыгрывались, но футбол интересный такой получился. Второй тайм очень. Поэтому считаю, что мы достойны были сегодня этого кубка очередного. 1 июля стартует чемпионат Молдавии. В первом туре «Шериф» примет футбольный клуб «Бельцы». Потом тираспольчане отправятся на выездной поединок Лиги чемпионов в Албанию. Он состоится 7 июля. Ответный 13 числа в Тирасполе. Юрий Заяц, Леонид Мастак, ТСВ.